Экипаж команды SMP Racing в составе Михаила Алешина, Давида Ригона и Мигеля Малины взял первое место в гонке Blancpain GT Series Endurance Cup. Второй этап чемпионата состоялся в английском Сильверстоуне. В квалификации экипаж показал 10-й результат. На старте трехчасовой гонки за руль Ferrari 488 GT3 под номером 72T сел Михаил Алешин, который с первых же секунд задал хороший темп. В течение всего заезда экипаж постепенно отыгрывал позиции, успешно провел серию пит-стопов и под конец гонки смог возглавить пилотон и первым увидеть финишный флаг. Нужно отметить, что это первая победа для Ferrari за последние 6 лет. Гонка для нас складывалась очень непросто. Мы квалифицировались всего лишь на 10-м месте. И по ходу гонки прорывались вперед. В какой-то момент нам очень сильно повезло с сейфтикаром, который вышел в правильное для нас время. Мы успели нырнуть на пит-стоп, поменять пилотов, заправиться, поменять резину и выехали уже на третьем месте. Уже сейчас пилоты признаются, что не рассчитывали на подобный результат, однако боролись, как всегда, до конца. Мы вообще не рассчитывали на такой результат на этой трассе, потому что Ferrari вот исторически почему-то Silverstone абсолютно не подходит. И, конечно же, такие результаты вселяют в нас очень хорошую надежду на будущее. Потому что, в принципе, по ходу чемпионата в прошлом году мы могли претендовать на победу, но серия неудач нам не позволила этого сделать, хотя потенциал был очень хороший. Пилот программы SMP Racing Денис Булатов, который выступает на аналогичной Ferrari в составе немецкой команды Rinaldi Racing, стартовал с 48-й позиции, однако к концу трехчасовой гонки смог подняться на 13-е место. Третий этап серии Blancpain GT состоится 1 июня во Франции на автодроме Поль Рикар.